Если имущественные обязанности, связанные с личностью должника гражданина, не были исполнены при его жизни, в результате чего образовалась задолженность по таким выплатам, то правопреемство по обязательствам о погашении этой задолженности возможно. Так, погашение задолженности умершего налогоплательщика, гражданина, осуществляется его наследниками в отношении транспортного, земельного налогов, налогов на имущество физических лиц в порядке, установленном гражданским законодательством. В случае сомнений в законности начисления таких налогов, вы имеете право в судебном порядке обжаловать такие начисления.